Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Рада приветствовать вас у себя в гостях на очередном недельном обзоре из магазина Second Hand. Если эта тема вам интересна, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, кофеек и приятного просмотра. Первым делом заглянула в сеть магазинов «Мир» в день завоза. Людей было на удивление не так много, и я спокойно прошлась по рядам. Попалась такая сумка, но она слишком помятая. И вот эта сумка... Очень рада этой находке. Это GGL. Сумка мне встретилась впервые от этого немецкого бренда. Сразу узнала по фирменной фурнитуре, по такой крупной, преувеличенной. Это их фирменное отличие. Вот этот мощный карабин отстегивается полностью. Но здесь качество в деталях. Я долго ее рассматривала. И на самом деле я давно думала о том, когда же мне встретится этот бренд. С сумками у нас нет никаких проблем, я считаю. Они попадаются хорошего качества, но некоторые редкие бренды я не встречаю. И вот, наверное, уже ради этого хожу в секонд-хенды. Хочется всегда чего-то новенького и интересного. Эта сумка по дизайну на любителя, она очень узнаваема. Часто встречаю в Пинтересте на стрит-стайл-блогерах, и тут она мне встретилась вживую. Для ориентира цены за килограмм я укажу в описании под видео. Также мне попался вот такой бадлон нежно-розового цвета, такая розовая пастель. И здесь сочетание шелка с кашемиром. 45% кашемира и 55% шелка. Отличный состав. Безрукавные бадлоны люблю носить в осенне-зимний период с пиджаками, просто под пальто. И не холодно, и не жарко. Для нашего региона самый оптимальный вариант. Также мне попался вот такой удлиненный свитер. Нежно-лиловая пастель, очень мягкий. Это 100% кашемир. Мир, активный ворот, но не висячий. У нас еще очень жарко, и примерка теплых вещей не доставляет такого комфорта, как зимой, но тем не менее обязательно примерю на себе. Также мне попался вот такой пуловер, ну я его выбрала за цвет, такой глубокий, насыщенный, яркий, королевский синий цвет. Этот цвет отлично сочетается с бирюзовым, кстати, с фиолетовым, ну и со всеми другими цветами тоже хорошо дружит, с ярко-красным, с ярко-зеленым, с желтым, стандартное сочетание. Этот цвет можно как оттенить, так и успокоить другим цветом. 100% кашемир, немецкий бренд Madelaine выпускает отличного качества кашемир. Если встретится, присмотритесь. Вот сейчас даже на камеру озвучиваю, увидела дырочку, а в тот момент я ее не заметила. Хотя даже если бы я ее тогда заметила, все равно бы его приобрела, потому что вещь хорошая. Ну а здесь их было видно сразу, все дефекты, все дырочки. Люксовый кашемир, к сожалению, полюбился не только людям, но и Молли. Пыльный серо-голубой оттенок, кашемир тончайший. Не знаю, можно ли такие вещи распустить и перевязать. Может быть, кто-то с этим и справился бы. Также попался вот такой шарф шерстяной. Ну, появляются теплые вещи, я сразу на них обращаю внимание, вы заметили уже. И этот шарф я бы приобрела, если бы не этот дефект. Но он из такой плотной шерсти. Немного винтажа, попалась блуза винтажная. 100% шелк, принт пейсли с переливами. Нарядная планка, но самое нарядное в ней, это, конечно, воротник. Очень красиво смотрится, бренд Cartago мне не знаком. Если вы знаете, жду вас в комментариях. Любые вещи из шелка я стираю сама. Даже если на бирке указано, что это только, к примеру, сухая чистка, здесь не указано, но если указано, я все равно стираю, потому что по-другому, мне кажется, не вывести ту химию, которую обрабатывают вещи в секонд-хенде. Может, я и ошибаюсь, но мне так спокойнее. Посмотрите, какие красивые переливы. Также из шелка от бренда Jonathan Martin мне встретились две блузы. Вот эта бирюзовая и сливочная. Обе эмки, но вот эта бирюзовая мне показалась больше. Они без рукавов. Еще вот такая шелковая блуза с накладными карманами.
Что вам кажется изображено на этой ткани? Мне напоминают ретро-телевизоры. Мне очень понравилась эта блуза. Начала рассматривать и обнаружила на одном из карманов такую дырку прямо. Как-то зацепили, наверное. В остальном она в хорошем состоянии. Я даже думала, может быть, взять и один карман отпороть, чтобы остался только один карман. Ну, в итоге подумала, что могут быть дырочки на шелке. Вот показываю вам дефект. Не берем. Очень часто, так как вещи мятые, между складками могут быть дефекты. И уже дома обнаруживаются, поэтому нужно хорошенечко распрямлять вещи и смотреть пристально. Также вот такая рубашка, оверсайз, тоже с накладными карманами. У меня точно такая же есть в ярко-розовом цвете. Ношу ее, не снимая, все лето. И на пляж, как накидку. Она такая яркая, привлекает внимание и поднимает мне настроение. И вот теперь желтая. На камеру она выглядит ярче. На самом деле это такая нежно-желтая пастель. Шелковые были пятна, но их удалось очистить. Также сыну в школу я купила вот такие брюки. Они новые, висели несколько пар, я их все забрала. Мальчики на переменах все время носятся, падают. У нас все коленки либо в траве, либо с дырками. Цвет темно-серый, купила 4 пары, 2 из них оказались на размер больше, как раз на весну. Также просите показывать все сумки, которые есть в магазине. Вот я заглянула в British Mix, это день, когда было 40% скидки, то есть минус 40% от этой цены, которая указана. И вот эти сумки, некоторые из них абсолютно новые, были еще в магазине. Ни одной кожаной сумки к этому времени, конечно же, не было, но показываю, что есть. Визит в Хуман у меня тоже полностью удовлетворил. Купила 4 пары отличной обуви. Вся кожаная. Вот такие кроссовки. Это семикутюр. Они, кстати, очень похожи на культовые Шанел. Практически один в один. Я сначала подумала, что это они. И по вот этой вот подкладке оранжевой, и по салатовой подошве, и по шнуркам. Только у тех синие язычки. Очень похожи. Ну и здесь сзади, естественно, там указано не семикутюр, а Шанель. В общем, суперская находка. Яркие, качественные. Стелька тоже кожаная, сделана в Италии. Размер 38. Также вот такие слингбеки. Это Endaza Stories. Очень удобная обувь. На устойчивом каблучке есть вмятинка на каблуке. Ну и вообще они примяты. Они сейчас у меня выпрямляются. 2 пары лоферов. Униса и Бибилу. Качество отменное. Внутри и снаружи они кожаные. Состояние тоже очень хорошее. Здесь такая фактура красивая. И цвет очень необычный. Видите, какой природный зеленцой. Слышите, как скрипит? А эти уже из гладкой кожи. Так, Endaza Stories у нас 40 размер. Эти 38 размер у Ниса. И Бибилу тоже 38. Ну, я довольна.
Тоже в Хумане купила на люксе вот такой мужской пуловер Pringle of Scotland. Очень люблю этот бренд. Шерсть покалывает, грубовато, но выглядит люксово. Такая нежная персиковая пастель, редкий цвет у этого бренда. Еще одна суперская вещь, но с дефектом. Такое кожаное платье, видно, что оно новое, его не носили. Но, к сожалению, его испортили. Скорее всего, в магазине что-то лежало на этом платье сверху и сзади. Сейчас я переверну мою Маринку. Вот, видите? Я это увидела сразу еще в магазине, но все равно приобрела. Очистить не удалось. Придется перекрашивать. Очень жаль. Вот он реальный цвет. Обычно на самых лучших вещах какие-то прям такие дефекты. Очень мягкая кожа, она тактильно очень приятная, не скрипит. И висит здесь день. Комната наполнилась запахом дорогой кожи. Я пока не распрямляла, не разглаживала ее. Не хочу впечатать еще больше вот этот дефект в кожу. Все средства я, конечно, перепробовала и специальными шампунями тоже очищала. Мне кажется, здесь только перекрашивание. Но здесь нужен мастер. Я точно сама не справлюсь. На этой коже может полосить краска, поэтому я не возьмусь. Отдам профессионалу, и я думаю, что его еще можно спасти. Платье, конечно, шикарное просто. С двумя карманами по бокам, и длина у него правильная, и фасон у него, и размер мой. Если спасу, буду с удовольствием носить. Очень понравилось. Еще и рукав правильный, не 3/4, а до локтя. Он широкий, как футболка. Бренд Ibana, оно внутри без подкладки. Тонкая-тонкая кожа. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put it in a machine. Cause time moves on, and now you're gone. You, I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. Standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, the lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Yes, I knew and just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing for, then I will just crack a smile. Oh, oh. I had a million different things to do, and every one of them included you. We had a million different things to do. What can I say? Well, I've been
really tried to fall asleep, but I can't understand. Though we both felt kind of lonely, I still always thought you loved me. When I tried to let it go, the sheets are covered in your scent. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh, if it was never what you wanted, we've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go.